Я приветствую участников Всероссийского Шукшинского фестиваля, который в этот раз проходит в режиме онлайн по причине всем нам известной. И хочу прочитать новое совершенно стихотворение о Шукшине. Мы все немного чудики, а ты у нас один. Нам истину на блюдечке преподнеси Шукшин. Она по-русски емкая, необходима нам. И с голубой каемкою, конечно, по краям. Ее ты в муках выстрадал, когда ночей не спал, но неподкупной истины язвителен оскал. В порыве откровения ты нам ее изрек в угрюмом окаймлении сибирских вольных рек. Пока молчим растеряно, над ней глумится враг. Подарена, потеряна, а без нее никак. Ваша Диана Кан. Спасибо.